Ребят, всем привет! Всем привет! Это очередная распаковка от нас, от китайских подписчиков. А, вот сегодня прислали вот такую коробочку небольшую. Она очень тяжелая. И мы сейчас с вами вместе ее откроем, покажем, поудивляемся вместе с вами. И по старой традиции разыграем, кто будет открывать. Камень, ножницы, бумага. Потом быстро это сделал, потом... Как мы делаем? Камень, ножницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Бульк, я буду. Поля проиграла. Вероника открывает. Вероника забыла, наверное, как открывать? Нет, вспомнила. Давно распаковок не было. Да-да. Давай, давай, давай. Опа! Что же там внутри у нас? О, там что-то... Я увидела уже тут луну. И звездочки такие вот, блин, луны. Не забываем, также по старой традиции делаем трансляции на канал Билли-Билли. И, девчонки, не забывайте показывать нашим китайским подписчикам, что же там. Вау! О, вот это что такое? Давай, сначала зачитаем, что здесь. Давай. Опа, написано Kids. От руки. Good study. How how 学习 day day up. 天天学学上 best.Best wishes. Девочки, вы очень хорошие. Хорошо учитесь. Всегда у вас что-то поднимается наверх. У вас может, китайский знания. Поднимается ага. наверх. Я обожаю вас смотреть. О, тут что-то такое. Ого, тут прям такое упаковище. Так, я предлагаю, держи. Держи камеру. Ника, за коробку держи. Убирай. И как посмотрите, какая коробище. Она еще очень красивая. Тут посмотрите, как она эффектно бать. Открывается. Давай, открывай. Ой, ба. А что это? Вау, тут только много книжек. Я открою вот это. Так, тихо, так не открывай, доча. Подожди. Вот. О, здесь что-то маленько помялось при транспортировке. Вот так, Коля, так неправильно. Вот Ника правильно. Давай, вот здесь надо надрезать. И руками лучше, наверное, разорвать. О, молодец. Вот такая вот коробка, очень интересная упаковка. О, на магнитиках. Но мы не умеем по-китайски читать, что делать. А там пинин, наверное, да, посмотрим? Ну, давай. На пинин-то вы умеете читать? Ну-ка, книжечку. Угу. Комиксы. О, комиксы. Отличный способ выучить китайский язык, мне кажется. Ну, как-нибудь выучим. Как вам? Клево. Мне кажется, Поля, открой начало самое, начало книги, открой. И попробуй, ну, прочитать пару иероглифов, может быть, что-нибудь знакоменькое увидишь. Это разве начало? Начало вроде с другой стороны, нет? Это ты конец открыла. А, вот начало. Да, нет. Странно, странно, почему начало так смотрится? Вот я начало открыла. Ага. Слушайте, ну пианино нету, я смотрю там. Да. Здесь получается просто чисто китайский язык и все в таких вот иллюстрациях черно-белых. О, здесь смотрите, что-то... О, здесь плакат. Давай-ка откроем. Плакат? Плакат, да, давай откроем. Это, видимо, персонаж данной истории, так сказать. Вот у меня тоже что-то есть. И тут, смотрите, с мечом. Тут есть две... Это тоже? Девочка? Это мальчик. Это печально, да? Я даже вообще не ожидала. Вот, смотрите, какое. О, вот, смотрите. Вот это вот так, да? Да, это главная героиня, скорее всего, этого рассказа. Вот. И мне такое ощущение, что это все единое, так сказать. Смотри. Одна история. Угу, красиво. Ну да, какие-то можно зарисовки делать, писать. Давай вот так будем по стенам вешать. Набор шикарный. Давай будем вот так по стенам вешать. Да, можно. Я думаю, что когда вы прочитаете данные книги, ну просмотрите, прочитаете, здесь как вроде как и смотреть, и читать, вы сразу захотите повешать плакат в своей комнате. О, еще один плакат. Еще один. А, повтор. Повтор. Слушайте, а здесь может правда повторяется? Смотрите. Здесь похоже, оно повторяется, судя по всему. Ну да, во всех. Да, это одну по
не путайте, да, где, где, где Поленина? Это мое! А, вот это. Так, так, так. Это Полина, это Никина, да, будет? Да. Слушайте, вам прям по одному набору прислали. Давайте я покажу, в общем. Да, да. И, кстати, вы заметили то, что она открывается не так, как все обычные книжки? А, девчат? А как? Ну, обычно книги вот так открываются, вот так открываются. И пошел, поехал, вот так вот листаешь, смотришь. Понял? Да. А здесь наоборот. Здесь вот так. Вот так. Поняла, да? Смотрите, здесь какие-то события происходят. То есть надо читать и смотреть, и понимаешь, что, в общем, происходит здесь. Так, вот, в общем, такая книга. Вот такая книга. Я могу все показать, окей? Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 книг. Каждый. Блокнот и два плаката. Вот. Так, ну что, девчонки, обещайте, когда вы подучите маленько китайский язык, что вы будете читать их. Ну все, я думаю, что на этом закончим, да, девчат? Да. Ваши ощущения, впечатления рассказывайте. Классно. Полюш? Классно, очень классно. Классно. На этом закончим. Вот такая небольшая распаковочка. Подарок очень крутой, от души. Каждой девчонке они могли бы, в принципе, отправить один набор. И, в принципе, на этом было бы вообще супер. Все, ребята, ставим лайки, подписываемся на наш канал. И всем пока. Спасибо китайским нашим подписчикам за вот эти книжки клевые. Комиксы. Красивые. Поля, можешь по-китайски сказать? Сисе, татя. Сисе, татя, очереда, чё-ли-во, чё-хэн-гуэй, и мы в Чинзоу чё-кан-ла, ши-хэн-гуэй-да, чё-сисе. Мы会记得 чё-ли-во, нахо, мэй-тэн-мэй-тэн, хо-сян, ши-кэй-и. 读书跟 Jack， 如果我们做完很快作业，然后我们就可以读一个书跟 Jack。拜拜，拜拜。